Предлагаю провязать максимально допустимые для вязальной машины косы, выполняемые простым перевитием 5 на 5 петель. Такой размер косы возможен на двухфантурной вязальной машине. Раппорт 10 петель для косы и 3 петли разделительных. Для работы надо иметь 2 декера на 5 игл, желательно один 10-игольный декер, подниматель язычков и плоскую линейку. Делаем разбор игл на двух игольницах. И начинаем выполнение узора с перевития. Для этого сдвигаем переднюю игольницу на положение H. Ставим в рабочее положение на передней игольнице иглы в блоках через один. Провязываем один ряд. Возвращаем переднюю игольницу на положение P. Сбрасываем с передних игл петли косы. Для удобства, чтобы не захватывать язычки игл, поправляем их плоской линейкой. Опускаем игольницу на одно положение и делаем перевитие двумя декерами. Поднимаем игольницу, провязываем 4 ряда. И полностью повторяем все действия. Двигаем игольницу на положение H, ставим в рабочее положение иглы блоков, которые будем перевивать, провязываем один ряд, возвращаем игольницу на положение P, сбрасываем с игл косы петли, опускаем игольницу на одно положение и перевиваем петли двумя декерами. Поднимаем игольницу. По раппорту выполнено 3 перевития. После этого мы переходим на соседние блоки кос в шахматном порядке.